входить команда МГА Москва. На пресс-конференции присутствует игрок команды УГМК Санчо Литова, а также главный тренер Олаф Ланге. Первое слово мы представим игроку Санчо Литова. I think came out today with more intensity than the last game to play. We're just trying to get better every day and work on some stuff that we need to take to the rest of our game. But today we did those, and hopefully next game we could duplicate it. Мы сегодня вышли с большим настроем, чем в прошлую игру. Каждую игру мы стараемся играть все лучше и лучше, и у нас не так много игр осталось перед плей-оффом, поэтому мы стараемся играть им все более интенсивно. Есть вопросы к Санчо? Тогда мы продолжим разговор с главным тренером. Well, I don't think I can add too much more insight and wisdom to Sanchez's words. We did fine. Our defense improved throughout the game. That's really our focus right now, to improve defensively. And we had our best defensive quarter in the last, with just allowing 8 points and scoring 32. So I was pretty happy about that. We had good effort, and that's as much as we can get out of this game. And now we're getting ready for Vista on Thursday. Я не сильно много добавлю к словам Санчо. У нас сегодня была хорошая игра. Наша защита прогрессировала во время игры, и нам больше всего удалась четвертая четверть. Это была хорошая игра, и сейчас наша следующая цель – это команда из Вислы. Команда Вислы из Кракова. Есть вопросы главному тренеру? Если вопросов нет, то спасибо. До четверга.